Оставлять ребенка в сильный мороз дома или все же отправлять в школу? Решение принимают родители. На официальном сайте управления образования опубликован аналог шкалы температур. Учащимся начальной школы небезопасно находиться на улице при температуре ниже минус 14 градусов и скорости ветра 15 метров в секунду. Для старшеклассников основанием для пропуска уроков может служить температура воздуха ниже минус 39 градусов и скорости ветра 7 метров в секунду. Занятия в сильные морозы в школах отменять не будут. Образовательный процесс будет организован в соответствии с расписанием. Те ребята, которые не смогут прийти в школу, для них будет организовано обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Это может быть и Skype, это может быть и SMS, и в первую очередь это сетевой город образования.